Добрый день, дорогие друзья! Коллектив Дворца книги от всей души поздравляет вас с 2021 годом. Хочется поблагодарить наших дорогих читателей с тем, что они в это непростое время продолжали оставаться с нами, продолжали читать. Читали как в традиционном, так и в электронном виде. Посещали наши онлайн-мероприятия и онлайн-площадки. Всю эту работу мы продолжим и в наступившем году. Всех жителей Ульяновской области хочется поздравить с наступившим годом и пожелать вам всего самого наилучшего – здоровья, счастья и благополучия.